Всем огромный привет, с вами Колян. Продолжаем ремонт и тюнинг лодок. И вот привезли лодку. Нужно на ней сделать две консоли вместе со стеклом. Сейчас будем делать это все. Вот такая вот чудесная лодка. Нужно убрать вот это все, что сделано из фанеры. Вот эту консоль. Вот, полностью все это убрать и сделать новые две консоли со стеклом с выходом на переднюю часть лодки сюда, ну, наподобие Silver Хавка, чтобы смотрелось. Мотор Honda 90 лошадок. Итак, сделал вот такие заготовки. Это передние стенки консоли будут. Вот сейчас буду гнуть края, чтобы крепиться можно было. Вот. И по многочисленным просьбам телезрителей и подписчиков сниму процесс сгибания. Вот что получилось. Здесь еще молоточком подровняется. И все. Здесь с этой стороны ровно, с лицевой. Вот. Итак, в таком же духе остальные стенки. Thank you.
Вот еще одна сторона готова. Все ровненько. Если это подровняется молоточком, все равно что-то будет крепиться. Вот. И остался еще вверх. Сейчас надо прикинуть, посмотреть, как по уровню все подходит. Нет. Все, сейчас гну вверх. Ровненько загнуто. Сейчас еще одну согну тогда и уже буду ставить их, прикидывать, что к чему. Вот изготовил еще одну, вторую. Пойдем примерять теперь. В общем, вот такая получается конструкция. Я их пока что наживил, стеночки, потому что сейчас буду к ним еще делать сверху панель. Вот это все будет привариваться, наверное, скорее всего. Итак, сварил вот такие панели сверху. То есть вот так пока их положил, прикинул. Вот. Здесь сверху вот такой бурт будет, чтобы можно было положить что-то на панель, там телефон, сигареты, приманки, там что-то, ну, чтобы не улетало никуда, вот. Не падало. В общем, вот такая получается конструкция. Сейчас сниму вот эту передние стенки и их уже приварю сюда. Вот и почти что готовы консоли. Сварил. Осталось только сейчас сделать боковые стенки еще. Не знаю, их, наверное, буду приклепывать. Посмотрю, может, и приварю еще их тоже. Собственно, что у нас здесь вырисовывается. Консоли прикрепил я уже, сварил их, вот. Все, они стоят. Так пока еще поднаживил на пару клепок. Вот. Здесь вот уже сделал стенку одну. Боковую. Сейчас еще одну сюда сделаю. И уже их. Решил варить здесь не буду. Буду приклепывать полнотелыми клепками. Вот. Потому что побоялся, что металл тонкий, 1,5 миллиметра. И если сейчас сварю, может его повести будет весь кривой, неровный какой-то. Некрасиво будет, в общем. А клепочками аккуратненько
заклепаю, и будет все отлично. Сделал вторую стенку, вот такая вот она. Все выгнул, согнул. И сейчас уже сюда буду вставлять ее. Вот и готова консоль. Приклепал стенки боковые. Вот так вот все. Сейчас теперь буду делать еще стекло. Вот такие сделал рамки. Одна и вторая. Все сварено. Сейчас это все буду крепить. Крепить буду снутри уже клепками вытяжными. Панель прям закреплю. Сварил калитку, вот так прикинул ее. Так, сейчас буду теперь вырезать из картона лекала и по ним уже из карбоната делать стекла. Вот поставил стекла, вот так все получилось у меня. Здесь калитка. Здесь дверка. Здесь на шпингалет. Такой вот алюминиевый шпингалетик. Ну все, так вот выглядит все это. Осталось сейчас вот поставлю рулевую, приборы. И вот машинку надо будет тоже как-то переделать. Вот эту фанеру убрать отсюда. Вот такое крепление для машинки сделал сюда. Все готово. Вот что у меня получилось. Конечно, лучше того, что тут было. Кому нравится, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, не забываем. Всем пока, до новых встреч.